Заплати налоги и проезжай спокойно. Совместный рейд сотрудников ГИБДД, налоговой службы и судебных приставов прошел на участке Щелковского шоссе. Инспекторы расположились вдоль Балашихинского поста ДПС и останавливали транспорт, движущийся в сторону Москвы. Кроме стандартной процедуры проверки документов, водители прошли и более детальную проверку на наличие задолженности разного вида. Добрый день. Федеральная служба судебных приставов. Ваше транспортное наследство числится должником. Сумма долга 165 777 рублей. Благодаря специально разработанной программе номера автомобилей проверяются в базе данных налоговой и судебных приставов. И тут уж можно ждать разный результат. Либо полное отсутствие задолженности, либо внушительные суммы долга за коммуналку, кредиты, штрафы ГИБДД. У вас задолженность по коммунальным платежам в размере 197 839 рублей. На данный момент задолженность не оплачена. У вас пока задержано, но выяснение дальнейших обстоятельств. В случае долга инспекторы выдавали извещение и требования явиться к судебному приставу-исполнителю и призывали вовремя производить оплату. Тем более узнать о своих задолженностях несложно. Хочу предупредить водителей, у кого есть штрафы, что лучше вам приходить в службу приставов, обращаться, отслеживать ваши штрафы на госуслугах, в автоматизированной системе базы данных ФССП России. Это можно сделать очень легко через интернет, забив свои контактные данные в банке базы данных должников, вполне узнать, какие у вас есть задолженности.